Детская палатка. Винни-Пух. Палатка размером 1,20 м на 1,20 м, высота 87 сантиметров. Палатка куполообразной формы. Крепится на двух направляющих, которые крестообразно вставляются. Специальный, такой жёлоб тканевый. Здесь завязывается, закрепляется. Сверху имеется сеточка для проветривания. Вход в палатку вот с таким высоким порожком. Закрыт пологом, который закрепляется на липучке. При необходимости его можно свернуть и закрепить вот такими вот специальными пуговичками. Здесь есть петелька. А здесь вот пуговичка. Здесь вот Винни-Пух рисунок с пятачком под деревом. С этой стороны слоник. Дно выполнено из клеенчатого материала. Такое вот дно. Прочное, крепкое. Как раньше были мешки для сахара. Крепкие. Не пропускает влагу. Палатка также из водоотталкивающего материала. Направляющие сами по себе крепкие. Хотя и пластиковые. Направляющие представляют собой длинную палку, которая делится вот на такие вот маленькие палочки. На вот таких резинках слегка вставляются друг в друга и преобразуются в одну длинную палку. Вот они все. На вот таких резиночках. Очень легко вставляются друг в друга. Собирается палатка буквально минуты за две. Один человек может собрать палатку. Можно собирать и вдвоем. Палатка легкая по весу, то есть легко ее можно возить с собой. При необходимости сверху палатку можно накрыть вот такой специальной крышей. Это квадратный кусочек ткани, который крепится на крючки и закрывает от дождя вашу палатку. Поставляется палатка вот в такой вот коробочке. В коробке, собственно, сама палатка. Направляющие, инструкция, есть инструкция на русском языке, это чехол для направляющих, в сложном состоянии они вот примерно 40 сантиметров, и чехол, собственно, для самой палатки, есть отдельное место, вот так вот сюда можно положить чехол с направляющими. А внутрь саму палатку. Также есть ручка для переноски. На коробке изображен мальчик, но рядом
слегка другая палатка. Здесь вот палатка, полог на молнии. Под пологом противомоскитная сетка также на молнии. Но в самой коробке палатка без молнии, просто на липучках, как я уже говорила ранее. Палатка удобная, симпатичная, хорошо подходит для отдыха на природе, в саду, на пляже или же для домашних игр. Рекомендую к покупке.